Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники Олуха. Так, 325 вымпелов мы с тобой забираем за 13 день. Вымпелы весенние, да? Так, здесь нам ничего не нужно. Так, друзья мои, сегодня у нас появилось новое событие. Происшествие. Муштра наездников. Обязательно сегодня поиграем в эту муштру. Так, а вначале мы с тобой заберем... Естественно, бесплатный пак. Так, монетки Одина в копилочку. Спасибо. Теперь начинка. Древоруб, кревет, ужасное чудовище и ресурсы. Замечательно. Ну что, теперь смотрим пак рекламный. Монетки Одина в копилочку. Сразу забираем. И смотрим, что тут. Шторморез, душитель и громобой. И немножечко ресурсов. Превосходно. Так, новости, события. Подожди. Так, у нас с тобой Беззубик. Получает 75 уровень, наконец. Ох, ё-моё. Мечекрат. Ты посмотри, как он смотрится круто, а. Мне сразу вспомнился дракон из Варкрафта. Забыл, как его звать. Ну, что-то есть такое, да? Похоже. Заберем с тобой рыбу. Заберем с тобой рыбу здесь, возьмем рыбки. Здесь у нас древесинка, кстати. Забираем и сразу их отправляем. Сразу же. Хотя зачем я их сразу отправляю? Подожди секунду, дай-ка я камеру отдалю. Я хочу посмотреть, у меня здесь вообще никто не тренируется. Эй, что за дела? Ну-ка, наверное, из-за того, что... Ага, драконы постоянно садятся на лужайку перед моим домом. Забрать. Плевака, почему все драконы приземляются на мою лужайку? Чтобы ты мог отметить время их прилета, гнилец. Ты же официальный хронометрист драконов Олуха. Да-да-да, он же заявлял, что я буду, типа, хронометраж у них засекать. Так, стоп, секунду, давай-ка мы, наверное, этого... А, обучить, да-да-да-да, лети-ка. Обучайся у нас. А ты что? Ты, в принципе, тоже готов обучиться, так что лети, малыш. Кревет. Тут надо докормить. И не хватает чуть-чуть. Надеюсь, что мы на испытании с тобой получим достаточно рыбы. Для того, чтобы накормить наших драконов и, естественно, отправить их прокачиваться. Ну-ка, что у нас тут? Принесла дневная фурия. Она ничего не принесла, потому что она просто провалялась там. Просто, понял, провалялась. Ну-ка, зеленая смерть, что ты нам принесла? Опять корма, опять, извини меня, тусклый янтарь. Лучше бы ты мне эту, как его, треску находила бы. А ты что уставился? Дружественные викинги Олуха, приносите мне свои амулеты и различные безделушки. У меня найдется товар для каждого. И я знаю, где есть куча драконов. Что я за них получу? Торговля у викингов в крови. Но у некоторых из них странное представление о том, что такое честная сделка. Отправляйтесь на корабль торговца Йохана и приобретите предметы. 10 штук. Обмен. 77 миллиона рыбы в обмен на 869 рун. Обалденное, какое выгодно. Ух ты, это что такое? Это что такое? Такого раньше у меня не было. Так, нам нужно с тобой, блин, два колокольчика. Два, понимаешь? А чтобы получить два колокольчика, нужно вот либо вот этого поймать, да? Обмен на зеленую смерть, вот видишь? Тут нам не хватает трески, про которые я тебе говорил, и вот этих вот. Также мы с тобой взяли... Ох, елки. Вот, теперь я понял, ребят. Вот где мы с тобой можем взять. Так, подожди-ка. Значит, сухофрукты эти. Йохан, ты где? Вернись, я все прощу тебе. Да где же ты, а? Ну, блин, придется брать. Ну, ты посмотри, ценник какой. Ядрен батон, а. Я, наверное, лучше вот здесь вот сделаю, знаешь что? А, не хватает. Я бы лучше бы ячейку открыл на тренировку. Еще одну. Ну что, Громгильда, давай-ка. Продолжим твое путешествие. Лезвие и крылы, естественно, бесплатно. Кривоклык, ты там как? Не уснул? Ага, ты хочешь
Разыграть. Ну что ж, давай, разыграем. Руны, да неужели? Сколько штук? 7. Отправляем его дальше в путешествие. Пускай летит. Сарделька, что-то нам здесь. Яйцо, да? Яйцо дракона. Иди ищи книгу драконов бесплатно. И остается барсик. А барсик будет разыгрывать. И что нам выпадет? Шестеренки, скорее всего, да? Окей. 3 штучки. Так, пускай летит дальше в приключение. Так, здесь вроде бы пока все. Покормить. Ну давай покормим. Кстати, а у нас с тобой рыбы-то нету здесь? Ну тут 10 миллионов всего. Мало, конечно, но на худой конец сгодится. Так, здесь можно обменять. Или нет? Нельзя, друзья мои, обменять. Ну что, вроде бы всех озадачил, да? Все, как говорится, шуршат, как электровеники. Мы с тобой здесь открываем пак. Шторморез, крылатый ужас, экзотический шепот смерти. И пускай следующий у нас идет на открытие. Здесь мы с тобой заберем награды. Тусклый янтарь. Еще тусклый янтарь. И что-то где-то еще. 50 вымпелов. Все. Теперь можно с чистой совестью идти и, ребята, выполнять события. У нас с тобой ранний доступ, так как... Ох, елки-палки. А это событие длинное, значит, ребята, оно будет хорошее. Икинг нас попросил обучить новеньких, но мы предпочитаем делегировать. Вы же не подведете? Они всегда, ребята, вот так вот подставляют нас, да? Ой, подожди, подожди. Блин. Надо же было брать не свой старый состав. А я пошел с новым. А, ну тут две волны, окей. Но враг не шиша не легкий, хотя он зелень. А зеленых кто любит валить? Конечно же, красный. Красный просто обожает бомбить зеленых. Но он очень сильный. Что-то уж прям чересчур. 15 уровня. Прям какой-то непробиваемый. Сделаем так. Сейчас посмотрим, как у нас тут пойдет. Ну-ка. Слабовато все равно. Так, ну... В принципе, наш... Скалотряс. Костолом наносит по 400 урона, а этот, ну, почти 300. Я думал, сейчас будет на себя вешать щит или еще что-нибудь. Нет, ничего такого не произошло. Смотрим, что у нас тут. Кто там? А, водорез. Собственной персоной, да? Тоже 15 уровень у него, и тоже он довольно такой крепкий. Я могу, наверное, здесь спокойно захиливаться без проблем. Надо было посмотреть, какие там призы еще будут у нас. Ого! Лупит фиолетовый, да? Он вообще-то урон повышенный должен наносить по синим. А он по красным бомбит. Тоже, я смотрю, не кисло. Так, ты заколебал уже, а? Давай так. Ну что, добьешь его, ветрокрыл? Да. Отлично получилось. Ну что, первая победа за нами. Двигаемся дальше. Крутите колесо. И неужели плод мудрости? Вау, 2 штуки. Это хорошо. Это меня устраивает очень даже. Вполне. Ну вот лучше бы, конечно, вместо древесины. Давай вот это нет. Ну 4 миллиона древесины — это ни туда, ни сюда. Это смех на палке. Зато здесь 50 рун. Забираем. Прекрасно. Так, раз, два. Два боя будет, да? Потом забираем пак. И дальше там уже начинаются мини-боссики у нас. Я опять забыл поменять, а? Я же хотел взять барсика сюда. Допустим. Мне хотелось бы посмотреть, что у него за суперудар. Вот у нашего костолома. Вот этот вот. Ага, он, значит, вешает на него немоту и понижает броню. Все, я понял.
Что это значит? Значит, нам нужно хильнуться. Причем не один раз. Ого. Фига, он фиолетовый так шпарит. Мощно. Что-то меня это пугает даже немножко. Ну как у Саниева? Да елки-палки. Когда же мы его добивать-то будем уже? Залечиваем раны и добивка. Кто там у нас следующий? Это шепот смерти. 16 уровень собственной персоны. А что они такие все крепкие-то здесь, а? Объясни-ка мне на милость. Просто крепыши какие-то. По фиолетовому очень хорошо наносит урон зеленый. Но я почему-то этого не замечаю. Чтобы мы тут, как говорится, его хорошо бомбили. Я только и успеваю отхиливаться. Кусанули. Бомбанули. И хильнулись. Ну все, последнюю заходку делаем с тобой, и ему крышка. Я надеюсь, костолом не рассыпется к этому времени. Не, все нормально. Ну что ж, продолжаем поединки. Итак, давай плод мудрости. Вау. Вот это вполне очень даже хорошо, ребят. Понятно, тут древесина. Ну хотя бы 36 миллионов, а не 4 миллиона, как было до этого. Ну что, пойдем с тобой на следующий поединок. Потом у нас будет загадочный пак доступен. Опять я забыл Барсика поменять. Да что ж такое-то, а? Я-то, в принципе, пока не переживаю. Мы вроде бы справляемся, все хорошо. Но все равно хотелось бы, наверное, Барсика взять. Слушай, а этого легко разбираем. Смотри, вообще на изи. Что поменялось, я не пойму. Так. Добивка. Вторая волна. Тут два дракона. Понял, начинаем с этого душителя. Наверное, мы сделаем с тобой вот так. Повесили на него слепоту и, естественно, начинаем его бомбить. А он, в свою очередь, будет бомбить своего кореша. Давай вот так вот сделаем. И вот так. Этот нам особого ничего не сделает. А вот этот мелкий шитик будет его бомбить. Ну что, добивка? У него пока броня, ребята, пониженная. Ох, как он попал. И давай вот так вот добьем. Заморозкой. Все. Легкий, конечно, был бой. Но это самое начало только. Крутим колесо и смотрим. Опять древесина. 4 миллиона, ни туда, ни сюда, как говорится. А здесь рыба. 8 лямов, блин, мало. Я рассчитывал где-то, ну, намного, на самом деле. На лямчиков 60 точно. За сегодняшнюю игру. Так, мы с тобой получаем пак и двигаемся дальше. Тут у нас потом еще будет мини-босс. Мини-боссик будет нас поджидать. Как раз мы до него сегодня дойдем. Так, Хофер у нас тут первым. Ну, он ватный, 13 уровень. Я уже вижу по его здоровью, что мы его быстренько сейчас тут расчехлим. Синие, они наносят особый урон по красным. Так что он сейчас будет, наверное, их... Да-да-да, он не упустит такой возможности, ребята, воспользоваться своей превосходностью. На тебе. Так, здесь фиолы. Чудовище и престиголовый. Начнем, наверное, с чудовища, скорее всего. Что-то там. Ох ты, жук. Раз. Два-с. Тут хильнемся, на всякий случай. Ну что ты уставился? Да ты достал. А, так тут еще и три волны будет. Упс, друзья мои, извините. Так надо делать. Так вынужденно просто. Я не заметил, что здесь три волны. Я думал, что две. Ага, вовремя, да, мы с тобой все-таки приняли лекарство. Так, давай залечим раны.
И... хотел сказать, добьем. Вот теперь добиваем. Третья волна, кто у нас тут? Кревет, я понял. Наши действия будут какие? Вот такие, да? Сюда удар. Еще удар. Можем, конечно. Да, давай, наверное, усыпим их всех. И опять же начинаем разбирать кревета. Добивочный. Здесь хильнемся. Хотя можно было и не лечиться тут. Его осталось добить. Поджарим капельку. Ударчик. Сейчас он выпендрится каким-то дешевым ударом. И все, и крышка ему. Вот так вот делаются дела. Ну, надеюсь, что-нибудь полезное выпадет. Ага, древесина. 4 миллиона опять же, а? Дайте рыбу мне, рыбы. Не, они меня не слышат. Игра сегодня идет просто во вред мне. Ну что, вот мы и добрались до мини-боссика. Давай-ка глянем, что у нас тут. Так, три волны будет, значит, надо предельно быть аккуратным. Опять я забыл Барсика. Ладно, фиг с ним, с этим Барсиком, уже не до него, если честно. Давай-ка вот так, наверное, сделаю. 13 уровень, да? Угу. Могли бы добить, конечно, с критовки. А давай вот так вот сделаем, чтобы он не использовал супер свои удары. Я ведь знаю, что он хотел это сделать. Раз. Мы его добить, к сожалению, наверное, не сможем, не успеем. Вот сейчас он влупит. Добивка. Кто у нас там? Ага, скалотряс плюс водорез. И вот они начинают, да, бомбить. Давай, кусай своего братишку. А этот будет сейчас бомбить, естественно, в нашего. Ой-ой-ой, по-моему, крышка ему. Да, друзья, честно говоря, я немножко на другой рассчитывал. А тут мини-босс. И я вот пришел. Блин, уже и потеряли одного. Это грустно. Так, и последняя волна. Кто у нас тут? Два ж, блин. Их аж два здесь. Как мне тут их разобрать? Скажи-ка мне на милость. Есть одна затейка. Есть, ребята. Сделать вот так. Пускай все, все наше, как говорится, все наши усилия идут против ветрокрыла. Чем быстрее мы его с тобой разберем, тем будет лучше для нас. Упс. Нам придется сделать вот так. Я, честно говоря, думал, что он ударит. А сейчас будет разбег. Да еще под... Что-то странное происходит. Они не делают, ребят, то... Ну тогда все. Смотри, мы сделаем с тобой вот так вот. Он под слепотой. И мы его сейчас просто будем с тобой разбирать. Вот и все. У нас есть два хода, да, на все про все. Он, естественно, усиливается. Сейчас кому-то звезданет, естественно, ветрокрылу. Бомбит, конечно, очень сильно. А что я делаю-то? Давай ударим, просто в слепоту навесим и все. Что я запереживал-то? Вот так. Подожди, вперед. Кусаем.
Так, мы успеем его хоть... Вот, все. Отлично. Выжили. Давай что-нибудь полезное только. Только я что-нибудь попрошу полезного, он мне дает 4 миллиона древесины. На, говорит тебе, с барского плеча царские объедки. И еще раз получи. Ай, игра, игра. Так, ладно, мы с тобой хотя бы 1000 тусклого янтаря заберем. Мы прошли 44%, да, получается. Раз бой, два, три, четыре, пять. То есть в следующей серии мы закончим с тобой это веселье. Я могу, в принципе, сардельку забросить туда. А смысл ее отправлять? Может, этого? Нет, зато еще надо покормить. Давай, пускай он идет обучается. Скалотряс. Этого пускай идет тоже учиться. Так, этих нужно покормить. И этого тоже нужно покормить. Так, снежный призрак. Ладно, пускай пока покормится. В плане, все что ли у меня забито? Да, уже забито. На, ешь. Аглоедушка. Так, поиски. Поиски, поиски. Обучить. 100 миллионов нужно древесины, чтобы его обучить дальше. Ёб-моё. Нет, братишка, давай-ка мы тебя отправим, наверное, в... Нет, не в приключения. А все-таки, наверное, на поиски лучше. На поиски. Кого же ты будешь у меня искать? Глыба. А почему бы и нет? Пускай идет и ищет мне глыбу. У меня же глыбы нету, по-моему. По-моему, нету. Здесь мы с тобой заберем награды. Вымпелы потихонечку копятся, и это хорошо. Что-нибудь потом с тобой грандиозное приобретем. Так, ну что, события, как я тебе говорил, мы пройдем уже в следующей серии. Надеюсь. Главное, чтобы все пошло четенько. Так, здесь я открывал. Активировал паки. Активировал. Ну что, ареночку сыграем или как? Давай сыграем по-быренькому с тобой. Че мы тут уже ничего не теряем все равно, да? Пару боев сделаем. И, как говорится, будем на коне. Там нужно сколько? По 3 дракона, 3 боя всего нужно сделать. Ничего себе, у него 14-15 красных очень много. В принципе, как и у меня. У нас даже чем-то отряды похожи. Ну, ничто. О, промахнулся парнишка. Хей! Это что за фарт сегодня у меня такой, а? Скажите-ка мне, ребята. Что драконы вражеские начинают промахиваться. На тебе. Так, сейчас они в два раза сходят, а потом... Ого! А нашли где-то граться, ты понял? На тебе. Слушай, я, наверное, сделаю вот так. Сейчас мы заморозим еще их. Ветрокрыло я, по-моему, в любом случае потерял, ребята. Добивка. Здесь. Ну, давай так, хильнусь. Кусаем. У него усиленная атака. Хотя можно было, конечно, здесь все по-другому сделать. Можно было даже не потерять. Я зря хильнул. Надо было сделать на него слепоту и все. И мы бы его разобрали. Ну ладно. Сглупил малька. Ну а здесь у нас 16 уровень даже есть. Душитель. Я начинаю, наверное, вот с этого. С крылатого чудовища. Крылатый ужас. Так, тихо. А если я не буду трогать? Я и не буду, и не хочу. Давай я так просто бомбить. Лаварык — это фигня. Так, дальше хлыщ. В кого он тут? Естественно, кто послабее. Крылатый ужас в кого? Тоже сюда. Понятно.
Добили. Так, а теперь можем заморозить. А если мы их заморозим, то, соответственно, мы с тобой вот этого плешивого сейчас чпохнем. Твою же налево. А чпокнул, по большому счету, он нас, да? Да, чпокнул. Но это последнее, что он чпокнул в своей жизни. Крышка теперь лаварык. Лаварык без понтовы здесь. Сейчас он будет просто летать. Вот так. Даже если он там броню на себя повесит или что, отхил. Большая была ошибка у него, что он ничем не воспользовался. Прекрасно. Так, ну что, уже 6 драконов победили. Еще 2 победим и получим пак вождя. Водорез. Да, его нужно, наверное, в первую очередь здесь все-таки уничтожать. Сардельку, конечно, хотелось бы, но водорез он самый противный. Давай-ка, наверное, что тут лучше сделать? Кусанем просто. Ответка. Ну вот, начинается. Надо принимать жестокие меры. Замораживаем. Разбираем с тобой водореза и начинаем, наверное, сардельку мучить. Потом будем уже лаварыга с тобой разбирать. Что-то он сейчас будет делать. Кого бомбить? О, куда он пошел? Кусаем. Здесь, что бы нам лучше сделать-то? Наверное, пока ничего. Лаварык очнулся, смотри. Теперь мы сделаем вот так. И начинаем разбирать лаварыга. Кусанули. Еще раз кусанули. Тут можно даже подлечиться. И лаварык сейчас что-то будет делать. Ха, хильнулся. Но он уже под защитой находится. Он поставил на себя доп защиту. Мне кажется, это его не спасет. Все, ребят, остается получить пак. Вот он. Давай открывать. Шторморез, пристиголов. Так, крылатый змеевик, парящий прихвостень и кривоклык, опять же. Естественно, сразу же бежим с тобой за следующим паком. Воу-воу-воу, там 16 уровень. Синюха выпала. 15 и 16, да? Началось, короче, в России утро. Сейчас будут меня тут разбирать потихоньку. Давай так вот просто укусим. Сарделька начала бомбить почему-то кривоклык. А ни у кого меньше здоровья. Интересный у них подход. Очень интересный. Так, добить смогу? Смогу. Тогда добивай. Кого ты? Ну вот, видишь, теперь он переключился. Естественно, делаем с тобой заморозку. И начинаем с этого шитика. Раз, укус. Ах ты, гаденыш. Неужели добьет? Все карты мне спутал, а? Я немножко не так хотел, чтобы было. Да хорош. Вот он тут вытворяет, а? Сардельку-то успеем хоть вальнуть? Мне бы на самом деле хотелось бы ее взять в слепоту. Возможно, даже у нас и получится. А что такой жирный-то? Не врубился я. Смотри. Все, ему крышка. Он упустил свой шанс на победу. Но он может на ничью выйти, ребят, не забываем об этом. Хотя вряд ли у него это получится. Все, крышка. Прекрасно. Что здесь за орлы у нас? Ох ты, все 16 уровня. И шепот смерти. Все специально построили, да, для того, чтобы он сделал свой ход с 3 очками силы.
Да, ребят, сейчас будет супер удар от него. 100% тебе говорю. Он не упустит такого шанса. Ах ты, гаденыш. Неужели так быстро меня разберут? Ага, погоди, может быть еще поживем чуть-чуть. Да чтоб тебя. Нет, ребята, не поживем. Еще супер удар один. Ну это вообще трындец, блин. Ребят, ну ты посмотри, что происходит. Как тут я должен... Я ума не приложу. Ну тут нереально, все уже. Песенка спета наша. Кого бомбить? Естественно. Плохо, конечно. Давай хотя бы еще одного уничтожим, если получится. А мне кажется, у нас не получится. Ну и что это мне даст? Да ничего мне это не даст. Хей, молодец. Так, я решил вернуть Барсика к себе в отряд. Может быть, конечно, это и плохая идея, но мы проверим. Престиголов. Так, душитель. Погнали далее. Сюда удар. Да чтоб тебе. Они мне хотят опять ветрокрыло, да, уничтожить? Я вас правильно понял? По-моему, да. Пониженная атака, пониженная броня. В общем, хорошая цель для уничтожения. И они это сделали. Да, ребята, они это взяли и сделали. Мы хотя бы одного убрали. Ну что, давай бомби. Хорошо-то как, а? Так, теперь бы нам... Чтобы фортуна... Оу. Добивка. Слушай, ну тут хорошо все получилось. Просто великолепно. В слепоту. Ну что-то там выстрелился. Ага, захотел суперударом своим. Но не тут-то было. Опять думает что-то. Что он там хотел сделать, я не понял. Все, добили. Это уже не важно. Но он что-то там хотел сделать, ребят. На него просто слепота подействовала. Ну и последний на сегодня у нас поединочек. Потому что одного дракона нам осталось с тобой подбить. И мы получаем пак вождя. Ну-ка. Так, а фиолетовые кто? От зеленых они получают урон, да? Хороший. Поэтому он и старается уничтожить, да? Можно быстрее моего ветрокрыла. Так, сейчас будем, по-моему, их усыплять всех. Усыпляем. Так, и костоломчик. Этот будет у нас следующей жертвой. У него, правда, сейчас будет... Знаешь, что я тебе скажу, что у него будет сейчас? Супер разбег, а вот по кому... Кого он сейчас метит? В Барсика все-таки, да? Все-таки в Барсика бомбанул. Ну и зря. Барсик. А, нет, не Барсик. Вот так вот делаем. Теперь прописываем сюда. Но это тоже лаворык, конечно, еще тот жук. Сможет ли он уничтожить мне Барсика, интересно, или нет? 17? 17? Я только сейчас увидел, что он, ребят, 17 уровня. Ё-моё. 287 отхил, не кислый. Считай 300. Так, нужно быстрее его валить. Конечно, размечтался. Закати обратно губежки свои. Ну что, добьешь ты или нет его? Так, сейчас он промахнется. Надеюсь, что он там будет делать. Все, крышка ему. Ну что, победа. Ну вот он, пак вождя-то наш. Креветик выпал, костолом, древоруб, громобой, ужасное чудовище, водорез, шепот смерти. И барс вепрем, то есть барсик наш. Все. Все, друзья мои, на сегодня мы что могли, то сделали. Получаем 10 рун.
Использовать ускорение. Слушай, ускорение. Давай-ка мы с тобой сделаем, а? Заберем пак. А где тут можно ускорение-то сделать? Наверное, вот тут вот. 12 минут. Вот здесь давай. Опа. Это считалось как ускорение? Я думаю, что считалось. Забираем с тобой здесь эти янтарь. И вот он. Плевака набор. Древесина, ножны, рыба, древесина, руны. Прекрасно. Все, ребята, прекрасно. Так, давай заберем теперь здесь наши награды. Пак. Монеты Удина в копилку. Полетели. Шторморез, лаварык, громль. И просто ресурсы. Так, у нас тут еще что-то же есть. Да, тусклый янтарь. 1000, и все, по-моему. Больше мы ни на что с тобой не заработали. Тусклый янтарь, естественно, сразу мы ставим на переделку. Этого отправляем за рыбой. Этого тоже, наверное, за рыбой. Так, этого за лесом. Все, пока. А, нет, эти-то у меня тут прохлаждаются. Тоже их на поиски. 48 тысяч рыбы в час. Этот пройдоха у меня тут давно стоит, кстати, и не работает практически. Пузана, этого я забыл покормить. Ладно, сейчас покормим. Но обучить пока не могу. Этого, кстати, ага. Тоже надо будет потом как-нибудь обучить, покормить и тому подобное. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.